Кризис кризисом, а в Тюменской области продолжат появляться спортивные сооружения, причем в самое ближайшее время. Какие именно? Об этом в эксклюзивном интервью нам рассказал директор регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Громотин. Сейчас это занесенный снегом пустырь близ деревни Ожогино с видом на спальные районы улиц Федюнинского и Пермякова. Но совсем скоро здесь будет возведен спорткомплекс международного уровня, центр водных видов спорта имени четырехкратного олимпионика Александра Попова. 50- и 25-метровые бассейны и две тренировочные чаши станут отличным подспорьем для сибирских друзей Посейдона. Кроме того, в структуру комплекса войдут зал для игровых видов спорта, гимнастики, единоборств, уличный стадион и даже скейт-парк. Полноценный многофункциональный спортивный комплекс, который предполагает инфраструктуру для занятий самыми различными видами спорта. Ну и, собственно говоря, мы ожидаем, что конец февраля, начало марта состоится встреча по поводу подписания концессионного соглашения, где будут урегулированы оставшиеся вопросы с точки зрения финансового обеспечения этого проекта, и мы будем выходить на стадию подписания уже, собственно говоря, такого, наверное, первого в истории Тюменской области спортивного соглашения о частно-государственном партнерстве. Еще один спорткомплекс для быстро развивающегося района Тюмени уже почти появился на пересечении микрорайона Преображенский и Комарова. Частные инвесторы планируют открыть объект в два этапа. На первом будет запущен в работу современный бассейн, а на втором заработают игровые арены. Очень высокая готовность, уже заканчивается отделка чаши бассейна. Первым этапом планируют к лету текущего года ввести в эксплуатацию именно первый этап – это плавательный бассейн со всеми вспомогательными помещениями. Там тоже 25-метровый бассейн на 6 плавательных дорожек, достаточно с соблюдением всех требований для занятий плавания, то есть, в принципе, в том числе и для проведения каких-то местных, там, регионального максимум уровня соревнований. И вторым этапом к сентябрю месяца планируют ввести в эксплуатацию второй этап – это спортивный комплекс, собственно говоря, где большой стационарный игровой зал и еще два достаточно больших вспомогательных зала для различных видов спорта. Там. Напряженка в Тюмени с бассейнами чувствуется сильно, но исправление ситуации не за горами. В шаге от сдачи в эксплуатацию новый корпус Института физической культуры ТюмГУ на улице Пржевальского со всей необходимой инфраструктурой. Это уже спортивный комплекс, который, собственно говоря, был признан в свое время аварийным, но здание было снесено. И на месте бывшего спортивного комплекса сейчас завершено строительство нового, по сути дела, объекта. Также, помимо плавательного бассейна, целый комплекс спортивных залов и для игровых видов спорта, и для гимнастики, и тренажерных залов и так далее. Недавно в Тюмени рабочую встречу с губернатором области Александром Мором провел кандидат в президенты Российского футбольного союза и глава «Газпромнефти» Александр Дюков, в ходе которой был поставлен ребром вопрос о строительстве футбольного манежа, задумка о возвращении которого давно витает в воздухе. Окончательных решений мы пока не видим никаких, но есть понимание и желание, что мы будем заявляться с этим проектом федеральную программу развития спорта. В рамках ФЦП есть и раздел развития футбола, в рамках которого в ряде регионов субъектов Российской Федерации уже построены крытые футбольные манежи. Есть перспектива, что, возможно, и мы станем участниками этой программы. Также в черте Тюмени будет возведен Центр художественной и спортивной гимнастики. Многофункциональные арены появятся не только в черте областной столицы, но и в селах Ярково и Мальково, а новые ледовые арены откроются в Тобольске и поселке Винзели.